расскажите, как впечатление от фестиваля? Какая команда понравилась? Какой салют запомнился? А вообще понравились все команды, все большие молодцы. Китайцы вдохновили мелодией. Очень понравилось, как бы, как у них сочеталась музыка и сам фейерверк. Но потом была Норвегия, которая была не хуже, а больше всего мне понравились реально белорусы. И очень приятно, что минчане сбомбили такую программу. Мне показалось, что фейерверк был немножко больше, чем остальные. В общем, я даю свой голос белорусам, хотя остальные команды тоже большие молодцы. За белорусов! За белорусов! За какую команду болеете? Мне понравился вот Maroon 5, которая... Норвегия? Да, Норвегия. Очень понравилось, да. Там в бит прям попадали прям четко. Мне очень понравилось. Как в целом фестиваль? В целом первый раз очень круто, очень круто. Какой салют понравился больше всего? Я думаю, что все три салюта, они интересны по-своему, но Китай мне понравился своим размахом, да, это была очень широкая такая картина, которую в воздухе мы видели. Я думаю, что обычные зрители, они не знают технических подробностей этих красивых фигур, но иногда там читалось даже, как будто это веточки сакуры, какие-то там деревья, цветы, кометы. У всех свои ассоциации, и я думаю, что это вместе с музыкой, да, с такой своеобразной китайской музыкой довольно-таки сильное впечатление создало. Фестиваль нужный, классный, как впечатление в целом? Однозначно, особенно приятно то, что он принял размах такой международный, да, и Китай, Норвегия, это очень необычно для нашего и не такого уж большого города.